Благодаря, на самом деле, вовлечению российского сообщества, передовых мыслителей и практиков образования, мы сформировали очень актуальную для мира и для России повестку по развитию образовательных систем. Когда нет предпринимателей, все очень неэффективно. И вот сейчас очень классно, что в образование пришли, наконец, предприниматели. Первый в России цифровой университет. Дети, которые, казалось бы, отстают, они могут быть совершенно успешными. В проекте «Семейное образование» работаем с родителями в первую очередь. Эта адаптация должна быть проживной. Движение по вовлечению родителей школа должна возглавить. Я всех призываю просто понять удивительность времени, в котором мы живем. It's a really, really important juncture, point in time, to bring this international group of educators who are consumed, passionate about innovation in education to your country. It's not just coming together, it's not just talking, it's action. We want to go back to our respective countries and we want to be agents of change.